Всем привет, с вами Макс Гюнтер. И мы по-прежнему продолжаем играть Безумного Макса. В этой серии мы с вами поедем искать клад, который отображен на одной из реликвий, которую мы получили в результате за выполнение квеста от Красноглазки. Но для начала давайте построим тут опарышевую ферму. Вот, потому что как бы у нас теперь хватает ресурсов для этого. Так, нефтяной резервуар. Надо только единственное ее найти. Что-то не подсказывает, что это вон там, вон. Хотя, может быть, и нет. Ну ладно. Так. Для начала давайте еще посмотрим, что у нас там. Нет, этих лому мало. И вкачать у нас ничего не получится. Окей. Кстати, я заметил, что до того, как начинаешь что-то строить в лагере, все выглядят такими, знаете, типа уставшими там, я не знаю, побитыми. Потом, если там начинаешь много всякого строить, то они уже такие выглядят бойчея и все в таком духе. Так, вот она, порошевая ферма, строим. Большая услуга Красноглазки, открытый достижение. Отлично. Так, и давайте спустим одну лесенку. По-моему, тут есть, да? Или где? Я просто только что увидел, что есть вроде как одна лестница на спуск. Ну что-то я потерял из виду, где это все находится. Да погоди ты. Блин, я хочу тоже этот арбалет. Может, вы мне дадите? Я был бы очень рад. Хотя что-то у меня такое ощущение, что тут кроме дробаша ничего огнестрельного не будет. Так, вот она. А, нет, это не лесенка, да? Не, это не лесенка, это типа лампы висят, освещают. Ну ладно. Так, нам нужно зайти с вами в коллекции. Ой. Сорянович. Реликвия прошлого. И тут найти, в общем, фотографию, на которой изображена заправка. Блин. А чё, нельзя это перевернуть? Так, ладно, давайте просто так вот будем листать. Вот. Вот смотрите, 24 часа. Газ. Флажок. Ну, флажка может быть уже... Но мне кажется, газ по-любому должен быть. Он сказал, что где-то это... Джефф, дождись, это моя последняя планировка. Вообще, когда вернемся, все изменится к лучшему. Отдам. Я найду сокровище. Там находится какой-то магазин. И он сказал как-то, когда получал это... То, что это где-то на севере. Север, в принципе, небольшой, то есть это где-то вот эта вот территория. Поэтому давайте отправимся, наверное, будем ехать, я думаю, вот так вот. Потом будем огибать круг по главной дороге, сворачивать, если мы не найдем на уже какие-то другие. Вот, ну, если получится слишком долго, то я часть выдержу, там просто обычные езды. Мне кажется, будет круто. Предыдущая миссия была реально очень шикарной. Если вы смотрели. А если не смотрели, расскажу, что там была, значит, церковь, которая находилась засыпана. В общем, она находилась под землей, была засыпана большим количеством песка. Было очень круто, на самом деле. Так, в общем, едем и внимательно осматриваем дороги. В принципе, мне кажется, не так. Как бы долго это может занять времени поиск. Так, ништяк, давайте мышь возьмем. Значит, заправка 24 часа, газ, да? Что-то никого нет? Окей. Это радует. Заодно водичку вот набрали. Водичка нужна.
конечно же. Еще даже бы осталось немножко. Ну, не немножко, это половину, чуть меньше. Так, а что ты мне не отображаешь? Тут осталось чего или нет? Еще три лома. У-у-у, понятно. Почему наверху никого не было? Трех. Пипец, тут подземелье такое небольшое. Не, на самом деле, конечно, тут нет монстров, но так вот, если подумать, представить, как это все может быть в реале, то это на самом деле достаточно страшно. Все эти банды. А мародеры вообще жесть, которые людей жрут. Так, потрошки. Отлично. Еще где-то один кусок, да? Ну, не кусок, а одна кучка. Ой, странно, я вроде нажал фонарик. Так, ну включай, нет. Что-то мне подсказывает, что последняя кучка находится где-то наверху. Кстати, а вот тут мы еще не были. А это того они жрали тут. Капец. Так, давайте тогда наверх двигать. Блин, где ж последний этот? Куча-то последняя. Так вот часто бывает, что последнее найти тяжело достаточно. Так, ну давайте, ладно, сходим вниз. Еще раз последний. Тем более, что этот... Блин, надеюсь, они сейчас на нас на сцене вот не собрались. Когда там уже стянешь, кстати, они вообще никогда не выходят. Вот если вот меня палят, то все. Я, ну, что-то, видимо, не увидел. Еще один, видимо, выход. Что костерка этого я вообще не помню. Или все-таки мы тут заходили? Нет. Вот он, отлично. Так, хитрого придумали. Тут даже получается через дорогу вообще. Прикольно. Ладно. Заправка 24, да? Красный флажок.
отлично. Так, какое-то табло, да? И тут какие-то эти. Или там этот едет, конвой. Какие-то, значит. О. Что тут есть? Keep the car safe. Yes, I will not leave her here. Опарши. Че, он один всего был? Походу, да. Свет еще работает, прикольно. Так, заправим там машинку сейчас. Не-не-не, блин, какого хрена? Ну ладно. Не то я немножко хотел. Ну ладно, там, в принципе, он выбросил. Так, ну это не то место, но мне радует, что уже какие-то опознавательные знаки тут есть. Которые надо запомнить, если мы будем, типа, там, искать, то сюда больше не поедем. Так, это не очень хорошо. Get your piston down, sharpshooter! Заодно вот. Блин, ни хрена. Он даже вылезти пока не может. Завалы везде. Так. Ладно, погнали дальше. Прикольно тут места. Так, а что у нас там? Ну, по идее, вообще... А, нет, я думал, за пределы карты. Ну, это вряд ли это место. Мне кажется, там реально будет вот, на севере, раз он сказал на севере. Ну, вы только не пишите, кто смотрит, кто знает, где находится. Мне интересно самому найти, без подсказок. Так, теперь давайте проедем, наверное, вот так вот. Ой, тут это не очень хорошо. И они на нас сорли, это было отстойно. Блин. Снайпера. Б.
Будем вилять, чтобы нас не попали. Ой. Так, давайте поедем по верхней. Опа. Неплохо. Господи, это, видимо, машина была, которая самоубийца, да? Слушай, что-то вдалеке виднеется. Это может быть даже нашим местом. Или это, скорее всего, кугол просто. Давайте, кстати, починимся, пока эти петушки нас не настигли. А мы пока с вами выйдем и посмотрим в бинокль, что тут есть вообще. Ой-ой-ой, не надо. Алин, какого-то. Сорян. Так. Что у нас вот тут? Заправок нет. На крыше. В смысле, на горе. На крыше, да. Так, ну вот что-то есть. Можно попробовать туда, просто тут тоже флажок, собственно. Блин, они приехали. Вылезайте, ребят. Ой, не-не-не, я не хочу. Это я попутал слегка. Так, давайте съездим так флажку. Вот к тому. Что, ну, конечно, я сомнительно, но тем не менее надо проверить, мало ли. Не, это просто какие-то эти. Не похоже это на заправку, по-моему. Да не. Это не то, что нам нужно. Так, что у нас? Тут какой-то тупичок. Давайте туда съездим. Лом подкинули союзные лагеря. Тут гонки, да? Так, ладно. Давайте теперь вот сюда вот. Не, крутые тут места, такой каньон прям вообще классный. Так, что-то такое тоже, смотрите, какие-то строения. Ну это не наше тоже. Сейчас, погодите-ка, может быть и наше даже, ну-ка. Это, да, газ должен быть. Смотрите, слева горы, справа равнина, да? Магазин, и рядом с ним такой навес, и стрелка, флажок. Не, ну это...
Это не то. Это не то все. Так, в принципе, вот это вот все уже посмотрели, кроме вот этих. Ну, это извилистые, это потом уже. Да, давайте вот по внешней дороге будем теперь вот сюда вот двигаться. Слева горы. Угу. В принципе, вот эта дорога, которую мы сейчас повернем, она соответствует критериям. То есть слева реально будут горы, а справа равнина. Кстати, у нас миссии пока нет, пока типа ни от кого нет. Но это, ну, это ладно. И интересно, остались еще районы, которые мы не бывали. Дюны бывали. В принципе, мы везде, по-моему, бывали, да, уже? Вот на В тут не особо. Хотя один лагерь даже зачистил. Прикольно тут место, вообще мне нравится. Вот трамплин. Можно попробовать от них это на трамплине уйти. Фа. Даже не знаю, куда он уходит. Ох, ё-моё, немножко не влетели, блин, жесть. Фу, но мы тем не менее мы живы. Так, немного сместились, правда. Снайпера нас спали. Так, давайте посмотрим этот кусок, который мы это пропустили. Пошел нахрен. Нет, тут такого ничего не было. Окей. Кстати, они дураки, походу, за мной поехали, да? Нам, кстати, по этой дороге, походу, не проехать, потому что там лагерь целый. Так. Ну, нам бы сегодня внешний бы круг посмотреть. Тогда давайте как-нибудь вот сюда вот поставим метку. Нет, не сюда, вот так. Потому что тут мы вроде, ну это в принципе будет, ладно, давайте доедем. До развилки. Еще один снайпер, ё-моё. Что ж такое? Странно, что он все откинул. Ладно, так, будем дробашку. Все горит, нет, ни хрена. Все, он убрал. Так, окей. Чинись давай. В принципе, на карте вряд ли как-то будет отображаться. Остается только искать. В принципе, можно вот по горам, то есть посмотреть места, где
Слева горы. Ну, конечно, можно в другую сторону ехать, но ладно. Так, пускай. Все, поехали. Кстати, как же нам въехать в этот лагерь? Или это просто как такая... Нет, это лагерь, смотрите, полноценный. Тогда нафиг. Так вот так едем, нифига себе. Так, вроде там ничего такого, что там тоже флаг, но вряд ли это то место. Потому что там явно была какая-то равнина без мостов. Поэтому давайте едем дальше. Да, вот сюда завернем потом в крюк, там такой крюк есть. Ну, хотя вряд ли там, но тем не менее, зато что-нибудь, может, отметим. Там, похоже, тут гонки, да, там тоже гонки. Так мы удачно уехали от... Слушайте, нет, не оно, это пончик. Какая-то пончиковая закусочная тут, да? Ладно. Продолжаем искать. Привет. Так, вот какой-то лагерь, и он тоже не похож на то, что нам нужно. Тогда давайте доедем вот сюда. Тут явно что-то есть, судя по тому, что там такой извилистый проход, и там тупик в конце. Это очень похоже на место, где была... Ну, не похоже, но напоминает место, где была могила байкера. Потому что там был такой небольшой отросток, и был тупик в конце. Слушайте, реально, смотрите, вот флажок. Ну, я что-то сомневаюсь, но все может быть. Причем за пределами карты. Нет, не то. По-моему, нет. Нет, это не то. Ладно. Так, тогда нам нужно вот сюда вот. Что-то мне подсказывает, что это место может, скорее всего, находится не с самого края, потому что с самого края карты очень большое количество слишком высоких гор. А если следовать фото, то там на самом деле горы, ну, не настолько высокие были, как тут.
Так, а мы теперь поедем тогда вот по этому вот. Слышно. Блин, спалили, сволочи. Но они, по-моему, без брони, да? Нет. У некоторых есть. Так, один взорвался, видимо, это был камикад. Блин, на пол стоит. Фак, нет. Так, а ну стой, гад. Лучше, да. Так, а что у нас тут? Явно не то, что нам нужно. Это очевидно. Что сделать? Там, похоже, это красноглазка, да, у нас обитает. Так, блин, бинокль не настолько сильно увеличивает, чтобы будки едут, чтобы увидеть, где это место. Хотя, если, может быть, его вообще отсюда увидеть не можем, да? Собственно. Так, все, он починил. Погодите, какие тут трупешник лежит. Его можно что-нибудь поднять? Нет, просто трупешник. Возможно, по квесту там будет что-нибудь, хотя может быть нет. Но запомним, что здесь у нас вот трупешник лежит. Мало. Так, ладно, едем пока. Тогда по внешней стороне, может быть, это здесь. В общем, ну это вряд ли в Гастауне находится, я так думаю. Хотя все может быть, собственно. Мне что-то кажется им, потому что Гастаун весь в скалах. Вон, кстати, флажки, два флажка. Я думаю, флажок должен сохраниться, в принципе. Это одно из таких... Ну, на том месте, одно из таких ярких указателей. Very highly protected. Так. You did it! Ну, не похоже на самом деле на то место. Слушайте, а если взорвать это, он... Блин, я думал, он взорвет. Ну ладно. Так.
Вполне возможно, что это реально в каком-то лагере. Но, блин, ну тогда... Да вижу я твой Дастер. Лагерь с Канифоль. Не, Канифоль нам не нужна. Это, видимо, вот это вот все тут, да? Понятно. Так, ну тут не похоже, что это то место. Где-то должна быть пустыня, слева должны быть горы, если мы едем по той стороне. Так, сюда-то будем заезжать? Давайте заедем, если что-нибудь есть. Хотя я на самом деле сомневаюсь, что там есть то, что нам нужно. Офигеть тут такого, блин, нефти, купец просто. Тут ничего нет. Ладно. Так, куда мы тогда поедем? В принципе, можно вот теперь переходить на вторую линию. И давайте, не знаю, я, наверное, все-таки пока выключу запись, пока буду искать, потому что, блин, иначе серия получится на, не знаю, сколько, на очень большое количество времени. Так, все тогда выключу. Так, ну, в общем, на этом круге у нас ничего нет, да, на этом, как бы, ярусе. То есть мы проехали, получается, вот так вот этот. Мы проехали вот этот. И, я не знаю, можно, в принципе, посмотреть вот этот вот еще. Может быть, тут что будет? Долгое время ищу это место. Так, нам дали до хрена лома. Можно, в принципе, не помню, было ли чего. У Макса есть точно еще два каких-то умения. Можно, в принципе, докачать умения. Еще даже будет патронтаж потом на вкачку. Вот. Ну, на самом деле тут 4, да? Давайте вкачаем разбивание щита. В принципе, это полезная штука. Так, а еще чего тут было? Контратак с холодным оружием. Даже после неудачного парирования. Прикольно. Не знаю, в принципе, он вообще сказал, что где-то на севере. Но мы как бы есть на севере. Весь север вот тут вот весь обчесали. Я даже вот сюда заезжал, вот всякие отростки. Вот так вот ехал, то есть раз, отросток до этой дороги дает, обратно. Раз, отросток проверил, а вот так вот обратно.
и так далее. Насчет там еще раз давайте посмотрим. Да блин, какого хрена? Должно быть. Заправка газовая. Плюс магазин. И 24 часа открыто. Значок такая, стрелочка белая с красной. Мостик очередной. Слушайте, а вот не то. Согрелись. Слушайте, это то. Вот указатель. Правда, я стрелки не вижу. А, вот это как раз эта стрелка, смотрите, точно. Слушайте, мы нашли. Так, не буду. Тут нельзя ничего ковырнуть. Ой. Так. Слушайте, это круто. Я думаю, мы не найдем за эту, за этот раз. Так. Интересно, что там будет. Так, ну-ка, забрать боеприпасы. Да блин, боеприпасы-то возьми. Во. У нас тут лом. Один всего, да? Или нет? В принципе, это место же не отмечено или отмечено как место поживы. Так, ладно, давайте вниз тогда сходим. Не, ну реально, слушайте, то самое место, которое на фотокарточке изображено. Так, что тут есть-то? О, смотрите, шины. Забрать гоночные шины. Ну-ка, ну-ка. Так. Ой, что я нитро? Зачем мне нитро? Мне же нужны шины. Слушайте, реально нашли. Походу это шины, да? 25 гоночные шины, 250 стоит. Но у нас пока столько нет денег. Слушайте, ну круто. Нашли эту, это место и, в общем, ништяк, который нам полагался. Прикольно. Но на это нужно, конечно, время. Если не смотреть никакие эти штуки, вот нужно просто брать и прочесывать дороги, высматривая. Так, ну на этом, наверное, давайте закончим. Сейчас мы разберемся с этими уродцами. Может быть, даже нам хватит лому, чтобы качать эти крутые колеса. Блин, какого хрена ты говоришь мне? Машиной! Если водилу убить, не получится, прыгаю нахрен. А, он вылез тоже. Окей.
Я на самом деле думал, будет что-то. Ну, в принципе, шина тоже крутая тема на самом деле. Блин, это дал только один бензин. Потом мы воспользуемся им, чтобы, во-первых, взорвать его машину вот эту вот, а во-вторых, заправить свою. Блин, нам не хватит. Тогда взорвем, а заправим уже из того, что у нас там есть в запасе. Нет, нам не хватит, к сожалению. Конвой, я думаю, нам пока не стоит с таким количеством боезапаса строить. Блин, не хочет он брать, ну ладно. В общем, давайте на этом, наверное, закончим. В общем, понравился такой сайт-квест с поиском клада своего, такого своеобразного. Довольно круто. Конвой, конечно, какой-то лаговый, пипец просто. А в следующей серии, наверное, поедем искать какого-нибудь босса, потому что пока что миссии нету. Есть миссия, в общем, нужно там что-то узнать про гонки, но я боюсь, что это может стать последней миссией вообще как бы в игре. Я этого не хочу. Вот, поэтому будем ездить, но после босса, то есть через одну серию, возможно, поедем освобождать какой-нибудь район, который у нас тут достаточно такой, ну, начатый. Например, вот этот вот, тут остался сегодня лагерь, минные поля, конвой, еще конвой даже остался тут, вот. Ну, а там дальше посмотрим, может быть, миссия появится, может, еще чего, может, найдем кого-нибудь еще тут, кроме Красноглазки, Брюхореза и Джита. Вот, а на этом все. Оставляйте комментарии. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал на Ютубе, вступайте в группу ВКонтакте и зовите своих друзей. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.